В этом году она была на Европе второй. У нее весь комплект наград европейских чемпионатов. Бронза у нее была в 2008 году, но на чемпионатах мира пока так здорово не получается. Шестая она была в прошлом году в Лос-Анджелесе. И шестой же была на Олимпийских играх в Ванкувере. Причем она была лучшей европейской фигуристкой на этой Олимпиаде. Два тройных тулупа в каскаде. Все было замечательно у Лауры Леписта, но вот замечательно было до двойного акселя.